обратите внимание, какие здесь бывают скидки. Вот вы посмотрите только. 48. Здесь 50% к вечеру, 50% скидка. Всем привет, товарищи! Мы все так же находимся во Вьетнаме, город Дананг. И сегодня мы хотели вам показать, какие цены здесь во Вьетнаме. Мы нашли магазин наподобие Cash & Carry Metro. Называется Mega Market. Да. Mega Market. Пойдемте туда, посмотрим, какие цены, что там есть интересного. Погнали! Вот мы и добрались. Вот так выглядит этот магазин Mega Market. Кстати, здесь, ребята, в Дананге очень хорошо развита развязка общественного транспорта. Сейчас мы добрались на автобусе до сюда, от нашего дома. Стоил автобус на человека 8 донг всего лишь. И еще внутри очень комфортно, и кондиционер хорошо, очень классно, да, все очень. Да, так как прохладно, ты заходишь, да. На улице очень душно, в автобусе прям идеально. Температура. Кстати, и такси здесь очень дешевое. Проходит какой-то фестиваль автомобилей Ford, внедорожников. Так, вот сам магазин. Погнали туда. Вот такой магазин большой. Здесь даже одежда. Смотри, тут магазин сувениров. Ага. Так, вот виноград. Смотри, вот такая упаковка винограда. Сколько стоит? 109. Со скидкой, да? Яблоко вот эти большие. 3 килограмма. Так, а сколько? Яблоки у нас по 45, да? По 39 вот 33. За килограмм. Это, кстати, очень дешево, потому что в Таиланде очень дорого. Угу. В Таиланде дороже, да, был намного. Вот так выглядит магазин, он достаточно большой. Но, в принципе, это тот же метро, на самом деле. Так, вот здесь мы нашли по акции такой 5-литровый бутылочка с подсолнечным, причем маслом, потому что, кстати, тяжело найти в Таиланде, по-моему, с подсолнечной, да, там в основном было? В Вьетнаме. Вот стоит 237 донг. 5 литров масла. Кстати, фирма еще хорошая, потому что мы берем вот этот рис, оно очень вкусно. Мы взяли этого другой какой-то фирму, обычную, а потом решили взять подороже, и она реально очень вкусная. Да, он даже пахнет, когда открываешь, как будто сливками отдает. Да, прям. Это самый вкусный рис, который я встречала в Сиси. Она очень ароматная. 129 донг стоит вот такая вот упаковка риса, 5 килограмм. Так, вот здесь классная акция. Сахар килограмм. 57 за 2 штуки, за 2 упаковки. Это очень дешево. Круто. Кстати, самое важное. Будьте осторожны с этим вкусом. Да, усилители вкуса. Они же почти 2 килограмма ложат. Да, здесь вот так популярно. Вот почему в Азии очень вкусная еда. Это вот потому, что лозят вот эти вот усилители вкуса. Ну, какой большой выбор полотенец здесь. Корзиночки такие вот. Они ванными, что ли? Для широкого назначения. 150 долларов. 150? Здесь тоже вот одежды много, кстати. И цена тут 50% скидка. Сколько стоит-то? Цены что-то я не наблюдаю. 445. 445 от 800. Ну, качество неплохое, кстати. Да. Как Uniqlo, смотри. Угу. Там даже имеются чайники. В этом магазине, смотри, можно. И микроволновки. То есть тоже и технику можно приобрести. Ну, ребят, смотрите, какая интересная здесь посудомоечная машина. Она такая небольшая, размер стазик, наверное. Стоит всего 4290 донг. Как утверждает производитель, в этой посудомоечной машине можно помыть даже телефон. Здесь птичка нашла, да, даже фирменные такие одежды всякие. Ну, трусы, носки, пума. Мужской. Да, 149 стоит. 2 штука. За парочку. Носочки. И носочки тоже, 89. Да? Тоже пума. Вот пума, да? Да, вот 2. 7. Тоже пума. 89 за вот... За сколько? А, это вот эта одна вот такая. Да. То есть 3 пары. Угу. 89 донг. Кстати, соковыжималки, блендеры. Смотри. Здесь вот соковыжималки 890 вот можно взять. А, сковородки, кастрюли. В общем, все здесь. Сколько вот, по какой цене? Ну, по 200, смотри, можно, ну, это маленькие, здесь по 400, по 500, 600,
Тут сковородки. Больше, на самом деле, вариантов больше, чем на Лотте. Хотя вообще мы нас посоветовали, то, что на Лотте ходится вот это все. Да, а здесь выбор больше. Да, но секрет то, что надо сказать онлайн, то есть через шоп. Да, вот. Не надо карточку, ничего. То есть срегистрируйтесь, номер вьетнамский, и оплата при получении, и все хорошо. Это типа Пьер Карден? Или это Пьер Карден? Интересно. Это есть, да. Пьер Карден. Да. Какая цена тут? Каких-нибудь... 2500 донг. Нет, это скидка. 2900. На 990. Такие. Мокасинчики. Так, в отделе для автомобилей здесь можно... Кстати, напротив находится отдел с инструментами. И здесь вы можете приобрести шлемы. Те, кто на байках, вот, пожалуйста. В обычном гипермаркете можно приобрести шлемы. Кстати, есть и хорошие достаточно. Вот это, да. Нет, тут полностью вот закрытые, например. Смотри, это 500 донги может купить красивый. 600. Ой, как отлично. Вот такой. Оденешь? Не, нет. Вот. Полностью. Итальянский. Да. Полностью закрытый шлем. Сколько стоит-то он? 600 донг всего. Донги. Всего 600 донг. Я не слышу ничего. Космонавт. Не надо. Я не... Слышно что-нибудь? Я ничего не слежу, кстати, внутри. Да? Да, плохо. Кстати, вот немаловажный момент. Порошок тает. 159 донг стоит 5,5 килограмм. Мы, кстати, взяли какой-то вьетнамский порошок за 170, по-моему, с 5,5 килограмм тоже. Здесь тает со скидкой 159. Да. Отлично, просто цена. Так, дальше, кстати, можно маленькую за 105 взять. Ну, за 59 круто вообще. Так, дальше. Здесь есть вот такие вот. Тоже, ну смотри, 6 тоже. Это вот их фирменный порошок магазина Мега 164. В общем, здесь много всего вообще, вот что касается таких вот различных кухонных, например, дощечки, скалки, тазики, чего здесь только нет. Здесь прям как на рынке на самом деле. Так что не будем на этом останавливаться. Давайте пойдем сразу к продуктам, к мясу и посмотрим, что там. Мы нашли геркулес. Смотри, здесь сколько у нас? 800 грамм. 265 донг. Подожди, это не тот цену, это кафе. Вот 3 in 1. А вот, смотрите, 89 донг. Классно, кстати, цена? Да. Yeah. Кстати, вот это прикольная ореховая паста. Пробовали. Внутри кусочки арахиса есть. Очень вкусная. 89 донг, здесь 500 грамм. Мы брали, по-моему, за 70, да, со скидкой? Очень вкусно. Интересно, мед такой. Слайм. Мед с лаймом? Угу. Сколько это? 119, да? Угу. 700 грамм. То есть мед с лаймом. Интересно. Кстати, здесь большой выбор кофе. Вот такой вот кофе мы пробовали. Довольно-таки неплохой, 3 в одном. Угу. Классно, мне понравилось. Сколько вот он стоит? 43 донг. Такая упаковочка. Ну, вообще, вьетнамский кофе достаточно прикольный. Да, вот этот тоже вкусный. Вообще отличный. Просто 55. Тоже цена хорошая. Здесь вот в магазине огромный выбор алкоголя, столько вина. Посмотрим, примерно здесь невозможно, наверное, весь день нужно будет, чтобы пройти, посмотреть все позиции. Смотри, как интересно, они по стране, то есть Вьетнам, Францию, Чили, Австралию, США. Аргентина. Вот, угу. Разные. Вот США, Австралия. Вот как я вижу, здесь начинается все там от 300, да, за бутылку. И там 200 уже... Есть. Да, а, 200 есть? 265, 265. Да? 265. 130 вот Вьетнам. А, смотри, 189 вообще есть. Какой-то винишко. Вот. 139. А что так дешево, 139, да? Не дешево. Вообще, Вьетнам. Ну, вьетнамское это понятно. 100 вообще, 103. Угу. Вот. 99. 94. Вино вьетнамское. 65, смотри. А это для подарок? А, это маленькое, да, чтобы, наверное... Вьетнамское вино. Как гостиниц привезти. Вот, и там, по-моему, ну, вот за 2000 есть. И также там уже такой люксовый, там бренди, виски и так далее. Кто скучает по Таиланду, смотрите, здесь те же самые продуктики. Эти вот к пиву солености всякие. И кальмар, да, по-моему, здесь? Вот тоже все здесь есть. Те же соусы, все то же самое. По цене тут по 20 донг, по 35. Кстати, здесь вот хороший выбор. Ну, замороженный, правда. И икра вот здесь есть. Лососевую по 479 донг стоит. Смотри, здесь и лосось сам. Вот замороженный лосось.
259. Вот и скидка хорошая. 369, сейчас 259. Угу. Отлично. Кстати, только вот в этом магазине мы обнаружили, что здесь продается, везде в магазинах других продается яйца только по десятку. Здесь же по 30 штук сразу. Смотрите, стоит 87 донг всего. А вот рядом даже не обратил внимания, 66 донг стоит. 30 штук, 3 десятка. Вообще крутая цена. Самая дешевая, которую мы видели пока во Вьетнаме. Пришли к самому интересному отделу. Здесь как раз находится очень много интересных скидок на выпечку, на мясо и так далее. Сейчас все покажем. Здесь у нас даже замаринованная такая вот ляжка курицы. Есть у нас 42 донг. Тут уже такая вот уже, типа под шашлычок, стейки. А вот самое мясо. Здесь вот все начинается со свинины. Так вот, сколько тут свинина? 445 грамм, 55 донг. 55. Ну, если за килограмм, то не написано. За килограмм не вижу цены. Также здесь вот у нас имеется сам фарш. 119 получается, да, я так понимаю, за килограмм. А 710 грамм, 84. Вот, это свиной фарш. Стейки свиные. Так, 69. 113. Это 113 за килограмм, да. А вот цена. 113, 112, вот цены. Кстати, смотри, 99 вот есть. Уже такой вот кусок. Это все свинина. И цены здесь так от 99 и до 150, по-моему. Это такие вот уже вырезки, 229. Свиные. Вот здесь на фарши, на все виды мяса идет скидка вечером. 45-50%. Здесь фарш, к примеру. Так, он стоил 206 грамм, а 206 донг за килограмм, а сейчас стоит 123. То есть практически. Ну, сколько? 45% получается скидка. Неплохо вот фарш. Это уже говядина здесь. Там же женщина уже, я только что хотела пойти взять 70. А вот еще, это что? 50. Это кости, здесь кости. 50 донг. Так, вот здесь вот отлично вообще получилось. 290 была цена своя, а здесь получается 117 теперь. Давай еще побольше берем и смотрим. Да, давай берем. А это какой сейчас? 85. 85. Смотри, 296. Ну, вообще цена отличная на мясо. Ребят, здесь вот в этом магазине можно набирать вот, много мяса. Смотрите, вот там мужчина, он клеит. Поэтому, как, если увидите член, тогда подойдите. Mm. Там, кстати, уже мужчина ходит, клеит, и все, прям бегут. Я тоже перестаю, что там, еще набирали. Прям народ сразу скапливается, как подходит. Мужчины наклеивают скидки. Курица, кстати, последний раз мы ходили, мы купили, вот сейчас уже закончились. Хотя время столько еще, да? Да. Кстати, здесь еще и готовая еда есть. Так вкусно пахнет такими домашними пирожками на самом деле. Прикольно, очень много скидок здесь. И вот ближе к вечеру нужно приходить с 6 часов. Мы сейчас время 6. Это как раз с 6 до 8, по-моему, да? До 9. Магазин до 10, по-моему, работает. Поэтому мне нравится это магазин, потому что только тут каждый день они вкладывают мясо. И... Да, то есть они на следующий день не оставляют мясо. Они вот, если продукт не реализовал в этот день, они его сразу ставят со скидкой 50%, и люди все здесь забирают. Мы очень часто взяли, и вообще тут самые лучшие цены, потому что рынок вьетнамский немного страшный. И там цены не пишут, кстати. Да. Ажиотаж. Все на скидке. Я первая. Да-да. Птичка первая. Так, ну что вы здесь вот по итогу набрали? То есть здесь получается у нас какие-то интересные вырезки, мы там переводили, непонятно было, но вроде хорошие такие куски мяса. Фарш, потому что у нас мясорубки нет, придется, ладно, нормально с фаршем все. 59. Получается где-то около 320 донг, получается вот весь вот этот набор мяса у нас. Какие большие здоровые куриные ляжки здесь, ножки. Так, ножки стоят 88 донг за килограмм. Ляжки за 65. Ляжки, кстати, дешевле. Цельные курицы здесь не наблюдаю, все разобрали. А вот здесь целая курица есть со скидкой 115. Здесь у нас за килограмм 192 получается. Это неплохо. 1,5 килограмма, 115 донг. А это курица. Блин, они продают ее прям с головой. Смотрите, интересно, здесь даже сыр моцарелла. Мы, кстати, заказали сыр моцарелла за 140 донг. Ну, там килограмм у нас 140, смотри, а здесь 200 грамм всего. У нас не дешевле взять все равно. Скидки касаются не только сурового мяса, там, и, оказывается, и уже готовых мясных таких вот изделий. За 85 вот сосисочки. Это что такое, смотри?
Прям отличный магазин. Очень много скидок, кстати, на многие товары. Тапоки прямо со соусом за 53 можно купить. О, отлично. И смотри, какой еще этот, салями, да? Это нет, это, наверное, этот бекон 123. Ну вот бекон сели вот такой на сахар, 185. 185. А это... О, он такой тяжелый, с килограмм. Uh-huh. Килограмм сальца такого. Шпик, да? Не шпик, а этот, как, ну, сало. Uh-huh. Бекон, бекон, да, 185 грамм. 185 донг. Это такой вот разноплановый, разный сыр в больших упаковках. Есть даже со скидкой, с хорошей, здесь мы видели, тоже скидки делают на такие сыры. Это по 319, по 309 сыр. Подожди, это один за килограмм, а здесь 3, по-моему, килограмма. Да. А смотри, сосиски, которые... А, сыр-косичка. Косичка. 100, 105. За одна сыр-косичка 105 донг стоит. Вот. Она наша, нет, интересно? Нет, вроде. Такой большой колбасный отдел здесь. Ну, с мясом здесь много, да? Вот есть выбор. Да. Ну, смотри, недорого, что сейчас. Сейчас вот сели такой. Ну, такая... Ну, это опять-таки, долго? Это бекон, тоже бекон. Mm. Вот, 157. А курица, смотри, как это красиво. А, курица, ну, вот это. Как это называется? Ну, это курочка табака. Но вот мы не видели цену лучше. Вот мы в интернет-магазине со скидкой заказали килограмм моцареллы за 143. Здесь 139, и уже нарезанные кусочки, если вам удобно. Не надо покупать сразу килограмм. Но здесь вот 500 грамм можно взять. Вообще отлично. Кстати, смотри, какой кимчи. О, кимчи. Сколько он стоит? 186. Вкусно пахнет. Кабисте, капуста. 3 килограмма. Кстати, нам во Вьетнаме очень понравилась молочка. Здесь да. Вкусно делают масло и молоко. Вот смотрите, у нас с нами любимый сливочный масло, это вьетнамские свои. Вот она не продается в Таиланде, в другой, в Индонезии, только в Таиланде, ой, в Вьетнаме. Вот True Milk называется. Ни молоко, ни сливочное масло. Да, Русланчик, да. Мы купили сразу килограмм. Вкусное, вкусное масло, мы вот его сразу килограмм купили у производителя. Кстати, вот хорошее молоко, вот это Dutch Lady, хорошее молочко, достаточно вкусное. И вот это молоко, то есть это одноименная фирма, что вот с маслом мы только что смотрели, это True Milk, 34-31 донг, по 30 донг, короче. Можно найти со скидкой по 28, так вот, примерно цена такая. Вот за 31, например. Это тоже хороший виномилк. Тоже виномилк, тоже хорошее молоко. Ну вот самое нормальное, по-моему, вот это, да, течка? Да, это самый вкусный. Йогурт. Самый вкусный, вкусный. Еще есть дуриан, тоже интересно. А, вот она. А, с дурианом. Классный, и да. И это наш любимый твой. Мы все перепробуем, вот это два самые вкусные. Сколько она? 22 стоит один? Ой, эти 4 штучки. 20. 30. А, это с дурианом 30 без скидки. Да. Ну, вот обычно. Один около 6 где-то обычно продают. Если сразу 4, 30. Угу. Интересный формат устриц. Уже вот так вот упакован. Устрицы. И стоит всего лишь 39 донг. Такая вот упаковка. Сколько здесь грамм? Здесь 280 грамм. Вот как долго мы искали. Здесь есть большой имбирь замаринованный. Все, 202 донга. Что там, птичка? Скидка на рыбу, да, вот тоже здесь? Что за рыба? Скумбрия, скумбрия. 53. Вот такой кусочек. Здесь сколько грамм? 302 грамма. Вот 45 здесь раз. Они клеют. Да. Сейчас в конце дня начинают клеить. Фу, знаешь, фу. Лягушки? Там есть, которые есть вкус. Смотри. Жабы, лягушки. Там люди вовсю набирают их, да? Ага. А что такое? Рыбка начищенная. Это, кстати, мидии, смотри, почищенные. Цены вот. 79, 94, вот 94 мидии. Смотри, разделанные эти. Лягушки уже разделанные. 32 донги. Смотри, хочешь прикол? О, смотрите, угри какие. 159 донг. Миди, давай. О, вот здесь рай. Столько скидок. Смотри,
Такая упаковка мидии всего 22 донга. На самом деле это очень смешно. Просто смешные цены, на самом деле. Смеются и радуются. Они свежие, они каждый день так делают. То есть не остается. На следующий день не остается, да. Сейчас берем. Смотри, это осьминоги кальмар? Да. Смотри, 56. Можно взять? Видишь, какая красивая рыбка. Так красиво, ровненько выложили они. Если цены очень плохо, видно цены, потому что они уже стекли по 85, по 95 вот такие. Вот примерно, смотри, угорь. Это угорь? А нет, это не угорь вроде. Какая другая рыбка такая интересная. 79 донг. Но тут даже свежие рыбы есть. Ой, ну мне им очень жалко. Да, жалко ребятишек вот этих. Я хочу, чтобы никто его не купит. Привет. Тут разговаривает. Привет. Смотри, что это? Голова рыбы. Это голова рыб. 13 донг, да. Калмар. А вот смотри, здесь эти крабы. Живой он послачивает. Живые, да. Смотри, 279. 279 стоит? Да. Килограмм, да? Что? О, черепаху продают. Черепаху? Черепаху здесь смотри, тоже. Как много. Блин, это ноги. Смотри, вот сзади этот спрятала, чтобы не видно. Жалко. Да, жалко, конечно. Вон они как боятся смотрят, смотри. Блин, мой подолочек. Они должны сигнать, а они вот эти. А вот еще купить и освободить. Тайчики мои, так, вот 1500 донг, вот такие вот у нас лобстеры. 1519. Он быстро летит. Угорь? Не летит, а плавает. Я только сейчас поняла. А креветки здесь? Да. А вот здесь что за рыбка? Так, 55 донг. 55 донг уже чистая, почищенная, без головы. О, круто. Рыбка прикольная. Понятно только, что за рыба. Здесь уже идет крупняк такой. Стерлядка даже вот здесь есть. Смотрите. 248 донг килограмм. Да? Ну вот, смотри. Цены по 85 вот рыбка. Интересно, разный большой, очень большой выбор. А вот устрицы, мидии и различные морепродукты вот эти. Какие? Да. Всякие вот гребешки, устрицы, да, классно. Птичка говорит, что очень важно показать вот такие скидки на лосося. Смотрите, какие тоже 45-50%. Такой, да, и там вот разные тоже скидки на рыбу. Просто рай какой-то. 29 килограмм чего? Такой поварить долго надо, чтобы открыть. Ну да. Огромный отдел с зеленью. У нас вот такая по-пекински такая вот капусточка. У нас 14 донг стоит. Сладкий картофель 18. Помидоры 32, кстати. Ароматные помидоры. Так, лук у нас здесь репчатый, обычный 25 донг. А, кстати, лайм 29 килограмм. Кстати, тут помидоры самые вкусные, Паша. Ну, по нашей опыту. Да, ароматные здесь помидоры. Без, ну, наверное, без всяких добавок они вот выращивают нормально. Может, здесь... это связано, потому что Вьетнам хорошая погода, то есть не так ярко. Но здесь прохладно, то есть, чем например, в том же Таиланде или в Индонезии, здесь прохладнее. Так, кстати, дуриянчик. Тут у нас, вот смотри, вон 238, смотри, открытый. 238 стоит. 109 донг стоит. Ну, цена, в принципе, такая же, как в Таиланде. Интересно, кокос здесь, да, продают? Да. Это чищенный, да, кокос? Орех? Это просто не пить. А, чтобы просто пить. Вот так. То есть там большая оболочка еще зеленая должна быть. А то, что вот внутри.
Он такой мягкий, кстати, вот эта часть. Ага. Вот она-то пробивается туда, сразу вот туда трубочку. Прикольно. 15 донгов чего стоит. Это одна штука? Да. 15 донгов штучка попить. И что тут маракуйя? 25 маракуйя. Такая. Что-то она вообще легкая по подруге. Нет, только внутри жрать. Да. Сельдерей 29 донг стоит. Сейчас обязательно его возьмем. Вот такая мелкая капусточка. Какая-то интересная. 19 донг. Вообще, такие маленькие качан. Смотри. Капусточка. Очень маленькая. Как здесь много всякой зелени. Очень большой выбор. Глаза разбегаются, не знаешь, что показать. Примерно то же самое, что с рыбой, потому что что-то с рыбой вообще непонятно, что там есть. Еще капусточка тоже. Кинские брокколи. Вот по ценам примерно. Так, можно ли пройтись, показать, что здесь, что как стоит. Наш перец сладкий, ребята, здесь стоит 46 донг вообще. А вы, кстати, знали, что это один и тот же перец? Просто вот этот незрелый, вот это в серединном этапе созревания, а вот это самый спелый. То есть логичнее покупать только красный перец. Кстати, картошка здесь у нас что, так? Ну, такая небольшая, но, в принципе, нормальная картошка. Но маленькая очень, 28 донг. Мы за 20 донг брали на рынке очень хорошую картошку. Да. Мне обычно взяли картошку в рынок. Мы на рынке взяли картофель, он был вообще отличный. А вот в магазине Go, вот мы, он недалеко от нас находится, это по сути Pixi. Там картофель по цене чуть-чуть дороже, но там половина, наверное, картофеля была гнилая внутри. Угу. А вот на рынке всегда классно. Нет, оно выглядит вроде нормально, как пришли дома, нарезали, там вообще все. Огурцы такие, ну, в принципе, жесткие, нормальные. Ну, что-то какие-то они белые, но 22 донга. В принципе, это хорошая цена. Нормально. А еще секрет. Мы купили огурцовую баночку, она очень вкусная в Го. Да? Сколько? Да, 25 донг всего, маринованные огурчики. Прям классно, как красиво продают. Очень вкусно, прям как красиво. Морковка. Морковка. Где у нас цена на морковку? Морковка стоит 22. Вот она. Тоже так же, как огурцы. А это 18. Лук 25. 18, другой лук. Так, это у нас другая морковка, она стоит 27. Что это? Я за желтый, я за красный. А, это Dragon Fruit. Сколько? Нет. Dragon Fruit 42, вот наверху. 42. Пози, реально, чеснок дорогой. Да. Вот если вот даже посмотреть, вот где вот, например. Ну вот по 80. Вот здесь вот 87. Здесь вот 48. Цена такая прям... Ну, по-моему, в голову дороже было. Да. 162, вот такая цена вообще. Так, дынька у нас стоит 50-34. И вот за 33 есть донг. 37. Арбузы по 20. Желтый арбуз. Желтый арбуз, да? Вот это 20, это красный. Да. Кстати, авокадо тут дороже. Авокадо дороже? Да, мы в Го взяли хороший, вкусный, за 20 чем-то, тут 42. 42 авокадо. Кстати, манго, смотри. Вот такой манго. 52. 50. Самый дешевый манго здесь 35. Мипго взяли за 9. За 9, да? Ну, 9 чем-то, 10 килограмм. Mm. И хороший очень. Это что у нас здесь? Помело. А, это помело. 45-48. Бананы надо перестать? Бананы. О, смотрите, ребят, опять скидка. Банан 12 донг. А, да. А вот 18, смотри, большая есть. Она некрасивая. Не, наоборот, хорошая. Наоборот. Ладно, давай. Яблоко 53. А что это к чему в коробку? Как какие-то теннисные мячи, да? Так, вот я 49. 49 яблоки. Вот. А что, вишневый? Давай возьмем. Вот кокосы, да? 15 донг кокос. Уже чистый. Давай, давай. Давай возьмем обязательно. И сам кокос. Мы же в Таиланд тоже купили. Ну, мы тоже так же, да? Он тоже так. Не, нормально. Бери, пожалуйста, свои кокосы. Он так и был. Дай сюда. Корошки у нас вот так стоят по 27 донг. Французские. 27, это французские. Так, и у нас здесь итальянские были, они у нас здесь 35.
вот такие. И, ну, и в принципе, Барилла вот по 60. Посмотри, сколько огурцы стоят. 369 банка. Такая же банка, блин, в Бикси 25 донг стоит. Ну, так мы большую 5-литровую бутылку масла показывали. И вот здесь вот такая вот бутылочка обычная, литровая. Подсолнечное масло у нас 49 донг со скидкой. Вот было 69, сейчас 49. Вот такие вот цены на масло. Подешевле, ну, по 35 есть, да, но это, да, это подсолнечное? Это не подсолнечное, наверное, или нет? Тоже подсолнечное? Нет, просто масло обычное. А другой какой-то, ну, по 44, да, 30? Угу. 35. Красный. Вот как мимо не пройдешь, везде какая-нибудь скидка. Вот такая вот большая кассета Фанты, 1,5 литра, 76 донг, 6 штук. Вот, по сути, неплохо. Мы нашли наш любимый напиток со времен Таиланда. Вот этот личи, эст, тайский напиточек. Здесь он стоит 39 донг. Это 56 бат. Угу. В два раза дороже, чем в Таиланде. В Таиланде 25 стоит. Но не берем. Да. А вот этот отдел самих вьетнамских макарон, я так понимаю. Смотри, здесь цены вообще классные. По 16 вот макарошки, по 25. Ну, так же, по сути. Но там, по-моему, 25 стоит 250 грамм, а здесь 500. Угу. Знаешь? Надо вот такие вот, наверное, здесь. Сколько они стоят? Так же 25. Ну, ладно, давай. А, подожди, 16. Вот, ну это классно. Отдел с соусами. Кстати, да. Смотри, цена 11. Это, по-моему, вкус, смотри, чесночный. Да. В общем, сейчас расскажем. Когда мы до того, как мы приехали сюда, мы не искали информацию про Вьетнам. Все рассказывают, что надо купить вот это. Это самый вкусный кетчуп, как будто бы вот этот. Мы приехали. Такое дерьмо, вообще жесть. Ну нормально. Но мне вообще не понравилось. Нет, острый, еще его можно кушать, потому что за счет того, что он острый. А вот если такой томатный, это просто вообще дерьмо. Да, есть сочирачи еще острый. Да. Но потом мне обратилось внимание, когда мы в ресторан кушали, неважно это какой, уличный ресторан, они всегда стояли соус. А какой соус это такой, будет? Вот такой соус, вот этот. Вот именно, он очень вкусный. Он вкусный, да. Теперь мы покупаем только его, а вот которые нас рекомендовали, такие, они просто нас не любят, холодильники, все. А, это с изюмом. С изюмом? С изюмом какие-то пирожочки, и сверху сыр, да? 26 тоже. Смотри, пицца 97, 115 она, по-моему, была. 139. Кстати, 139, 97. Вот, смотрите, какая большая пицца. О, она огромная. Вот хлеб, 48. Смотрите, как женщины что-нибудь собирают, что быстро. Вот так, сразу так много народу сразу, да, здесь набирается. Когда скидки. Маффин. Маффины какие-то, да, с начинкой? 24, тоже прикольно. О, крем, рулет с кремом. А вот есть такой же рулет с изюмом кремом. Смотри. А это ванила. А это без скидки. Я не хочу изюм. А, понятно. Ну, возьмем что-то. Смотри, еще ли? А, нет, я сейчас, когда стоят в Вьетнаме, у меня нет. Маффины какие-то, 34. Блин, опять фишу, мне хочу. 31. С шоколадной крошкой смотри. А, прикинь? Это бургер сразу, 17. Бо. Говяжий бургер с говядиной. Можно, смотрите, можно оплатить отсюда, если хотите купить. Да, и разогреть там сразу. Здесь уже все разобрали. Все мясо, которое было со скидками, его уже здесь нет. Поставили новое. Со скидками там две штучки только осталось вам. Все, прикинь? Ага. Быстро, поэтому... быстро надо успеть. Чего здесь только у нас нет. Мясо там целое. Там мясо, блин, целое на 3 килограмма взяли. Правильно? Да. Celery 14. Смотрите, как удобно. То есть Руслан пока оплачивает, нужно, чтобы сразу сюда добавить. А то вот тут сразу все. Вот все? Вся вот эта наша корзинка получилась за 733 донга. Вот. Сейчас оплатим будет по карте. По чек-аут? Payment? No. No. У нас WinPay. Подожди. А, MomoPay, окей, MomoPay. Нас нажимай. Можно WinPay просто так? А, ну да, WinPay тогда. Ну,
так, ребят, вот такая у нас покупка, такая корзина у нас получилась. Вышло все на 727 донг. Вот такой вот тут чек. И что у нас тут имеется? У нас здесь бананы, такая большая упаковка, около 3 килограмм мяса, сельдерей. Потом у нас здесь сладости различные, такие вот десертики. Да, 2 сахара, 2 кокоса взяли. Такой вот у нас бутылка водички. Да, у нас полкило яблока, по-моему, взяли. Да. 3 десятка яиц, 2 пакета таких макарон. Тоже еще десертики. А тут еще эта приправа у меня с малазийской карри. А, малазийская приправа еще такая есть. В общем, ребят, смотрите, как мы все, сколько здесь всего имеется. И как вы думаете, дорого это или нет? И такая корзина сколько бы стоила у вас? Ребята, посмотрите, здесь это в этом магазине на улице еще какая классная есть штука. Здесь находятся коробки вон там, в корзине. И люди сразу упаковывают свои товары здесь и возят домой. Это очень удобно. Сразу скотч здесь, ножницы, все есть. Вообще отлично. Сразу можно закупать много и везти домой. Мы раза, наверное, 2-3, наверное, в неделю ходим в Бикси, в магазин. Здесь тоже он есть, но он здесь называется Гоу. Мы обычно туда ходим по причине покупки там таких мелочей, как типа хлеба. Ну, постоянно то, что постоянно каждый день нужно. Типа картошки какой-то там, ну что, каждый раз ты должен покупать. А сюда мы приходим именно конкретно, когда нам нужно уже заканчивается мясо. Потому что далеко. Да, во-первых, это далеко, во-вторых, здесь мясо раза, наверное, в 3 даже больше, дешевле, чем вот в Go. Потому что здесь скидки прямо на мясо прямо отличные на самом деле. Да, мне очень понравилось, потому что там можно спокойно купить тайские продукты, малазийцы, итальянцы, вот разные. И все, есть очень много фибр, хотя мы вообще до последнего не хотели пойти сюда. Потому что мы еще в отзывах посмотрели, говорят, да, то, что плохой магазин, но нам очень понравилось. Очень много пишут, то, что вот большие, ну, как будто ничего нет, Бикси лучше, Бикси. Бикси действительно лучше, тоже, чем кого-то. Там тоже хорошие цены. Да, там... ну, чтобы купить прямо огромные готовка дома, потому что мы любим кушать дома. Чтобы сразу приехать и прям затовариваться очень много продуктов, это только сюда, на самом деле. Потому что мы в Бикси даже купили один мясо, такой маленький кусочек, она почти 200 донг стоит. Да. А вот что 3 килограмма мы... Здесь, да, здесь около 3 килограмм получилось, 300 донг на 3 килограмма. Да. То есть это 100 донг килограмм, это же очень шикарная цена. Потому что в других местах по 250, по 300 стоит килограмм мяса. Мы еще миди взяли. Мы еще и взяли миди, кстати, да, еще здесь миди есть. Да. Только минус тут то, что обычно мы сюда на автобусе, потом домой сюда на такси. Да, сейчас придется на такси, потому что сейчас автобус работает только до 8 вечера. У нас уже вещи много. Да. Что сейчас поедем на такси. На этом все, дорогие друзья. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь и до новых встреч. Пока-пока. Рейв